Здравствуйте, я Александр Абрамов. Мне 8 лет. Я посвящаю это стихотворение моему дедушке, который освобождал горы Нарвы. Высота. Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный. А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули глотали. 7 раз занимали мы ту высоту, 7 раз мы ее оставляли. И снова в атаку, не хочет совсем, земля как горелая каша. 8 раз возьмем мы ее насовсем, свое озеро кровное наше. Я поздравляю всех с Днем Победы. Спасибо.